судьба. Мы вместе с тобой навсегда. Жизнь порой нелегко, когда ты в дороге и дом далеко. Но знаю, что ждут дома друзья. Мы вместе большая семья. День открытых дверей в клубе «Золотая осень» – это очередное мероприятие, организованное для пенсионеров совхоза имени Ленина. В этот раз оно было приурочено к Международному женскому дню. Началось оно в 10 часов утра с приветственного слова директора ЗАО совхоза имени Ленина Павла Николаевича Грудинина. Наталья Павловна не просто так назначила день открытых дверей на предпраздничный день, 8 марта, поэтому от лица коллектива совхоза имени Ленина, от всех наших мужчин, ну и от всего коллектива, хочу поздравить вас с праздником. Уверен, что, конечно, в празднике вы получите поздравления от своих близких, родных, от внуков, детей, но вы первые. Огромное вам спасибо от коллектива, что вы есть. Хочу вас поздравить. Тут вот девчонки приготовили подарки, цветы. Мы сегодня пришли вот с профсоюзным комитетом, с начальником, у нас есть начальник отдела кадров, замдиректора по кадрам, поздравить наших пенсионерок, наших ветеранов, людей, которые действительно своим трудом сделали так, что мы теперь можем гордиться совхозом имени Ленина. Потому что если не их вот усилия, не то, что они сделали для совхоза, ничего бы не было и у нас. Поэтому, конечно, мы им будем отдавать свой долг долго. Вот, и я надеюсь, что я сегодня от коллектива пожелал им здоровья, чтобы их здоровья хватало на все, в том числе и на посещение вот этого прекрасного клуба «Золотая осень», и на поездки, которые мы будем организовывать, и на различные мероприятия, на вот эти посиделки. Подхватили добрые пожелания Павла Николаевича артисты художественной самодеятельности. Перед собравшимися выступил хор с русскими народными песнями. Особенно веселая песня про трактористку завела нашу публику, и наши женщины принялись петь ее вместе с артистами. Я девушка с характером, совсем не стереблет. Приеду я на тракторе, всю ферму развалю. А где-то за горою лето, жаркое, лопани на стрессе, мази. Наталья Павловна Зинина, руководитель клуба «Золотая осень», напомнила, что продолжается работа по воссозданию музея совхоза. Она высказала уверенность в том, что данный музей должен находиться в стенах клуба. История совхоза, она должна находиться здесь. Клуб создавал совхоз, и это история совхоза, но никак не Хотинского сельского совета. После выступления для пожилых были организованы мастер-классы. А уже ближе к вечеру состоялось чайное застолье со вкусными пирогами. Каждому вручили цветы и небольшие подарки. Все остались очень довольны. Отлично. Желание наших не счесть, но зачем их делить на части, если все они, сколько их есть, помещаются в слове «счастье». Счастья нам, девушки! С вами был ТВ Совхоз. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и распространяйте это видео в социальных сетях. До новых встреч!